опять же в этот, на почту, потому что опять же мне позвонили, говорят, давай на почту, ду, я такой, типа, хорошо, потом через еще один день позвонили, говорят, еще давай на почту, только что искал, блин, паспорт полчаса, блин, оказалось, что он лежит наверху около телевизора, я там смотрел, но он лежал под папочками, и я его просто не нашел. Как же офигенно, просто в кайф, ребята, вот так вот, блин. Ну, в общем-то, самое главное, что я его нашел, а не потерял, потому что я люблю все потерять. И у меня через, короче, через полчаса, можно сказать, начинается художка, так что надо, блин, как-то быстро, потому что художка находится вообще в другом стороне, в другой стороне от моего дома. Так что я не знаю, блин, надо как-то быстрее идти. Короче, все, я с собой уже взял. Буду надеяться, что что-то мое придет. И, короче, я, наверное, сделаю так, что приду, заберу, а потом уже когда заберу, я их не буду распаковывать, а покажу вам вечером. Потому что у меня, во-первых, очень мало зарядки на телефоне, так как я была школа, блин, похавал теперь, бегу, это вообще прям жестко. Потому что у меня была школа, я там сидел в телефоне, ну как сидел, типа там смотрел эти ответы. Буду надеяться, что сегодня открыто это. Хотя, ну да, они ж мне звонили, точно должно быть открыто, по-любому. В воскресенье вроде только закрыто. Если в субботу звонят, то почта должна быть открыта. Я смотрел ответы по-русскому, этом. Там, типа, писали слова N с двумя N, короче, повторяли, блин. Да, открыто, все, ребят. Короче, мы подходим. Буду надеяться, что мой чехол для телефона придет. Если он придет, я его сразу распакую. Короче, ребят, чувствую я, что моего тут ничего нет. Потому что это просто жесть. Но я знаю, что мне наконец-то пришли мои арбизы, с которыми я, возможно, что-то буду делать. Заказывал я их вообще там по 6 рублей, они что-то стоили. Короче, вообще на халяву. Так что, ребят, сейчас, конечно, как говорю, что открывать ничего не буду. Приеду уже домой вечером и открою, потому что зарядка на телефоне очень и очень мало, ребят. Все, скоро встретимся. И простите за ветер. Так, ну, вообще-то все, ребят, я уже дома, и я готов наконец-то открывать свои посылочки, ребят, которые я как раз принес. У нас будет просто много посылок, целых 5 посылок. Давайте начнем, наверное, с самых больших, да. А ножик, ребят, я не взял. Конечно же, я же просто красавчик. Так, ребят, все, я взял уже нож, такая вот прям опасный ножик. Правда, он мокрый немного, я его только что прям помыл, на всякий случай. Так, давайте раскрывать эту самую большую посылку. Самое главное, чтобы внутри ничего не повредилось, да, так сказать. Можно сказать, что я заказывал уже 11-го и прошел уже, можно сказать, месяц, ребят. А так вот, да, наверное, лучше. Я просто забыл лампочку еще включить, чтобы прям вообще качество картинки было такое. Не очень, ну, качество до этого было такое не очень, сейчас уже, конечно, получше. Так, ну, в общем-то, все, ребят. Первая посылка – это мамин рюкзак. Ребят, да, как я и говорил, мамин рюкзак. Хотя, возможно, и не говорил. Упакован просто жесть, смотрите, просто нереально. В 10 мешков. Что-то типа вот такого, типа это железо, ну так типа переливается еще неплохо, да? Ну так. Такое ощущение, что он какой-то поношенный, не прямо с завода. И смотрите, какая закрывашка прям, она капец какая здоровая, серьезно. Ну тут такое вот, много места, да? Подстилочка снизу, чтобы ничего не падало. Ну, такая вот ровная. Дальше тут есть карман, кстати. Он что-то был открыт. Тут ничего нет в этом кармане. Также карман для телефона, возможно, для кошелька. И все, просто отсек большой такой. Ну, в общем-то, все. С первой посылкой мы разобрались, да, ребята?
Это все у нас идет на мусорку, это тоже. Вторая посылочка, ребята, вот такая вот. Что же нас ожидает в ней? В смысле, а где еще одна моя посылочка маленькая с орбизами? Ладно, она была, я куда-то идет. Так, давайте. Открываем дальше, смотрим, что у нас тут. Какой-то плед или что это, не знаю. Это вроде тоже мамина. Ой, запечатали так. Да, это, походу, мамина для ног, чтобы согревать ноги. Не знаю, ну, такие какие-то штуки. Короче, блин, это не мое, ребята. Это не мое. Я не знаю, что тут объяснять. Где мои арбизы, блин, скажите мне на милость. Короче, ладно. Сейчас их найдем. Следующая такая вот посылка. Что же может быть в ней, ребят? Даже не представляю. А это опять мамина. Я не знаю, что это, но это вот для ног нарисовано. Короче, я тоже это не буду открывать, потому что это вам будет неинтересно. И вот эта вот посылка. Тут какая-то штука вот такая вот. Вот видите, что какая-то галиматья штука. Галиматье какое-то, да? Ну, это, возможно, же что-то наподобие моего. Потому что я такое говно постоянно заказываю. Так, это выкидываем сразу же. Сразу же на мусорку. Блин, так просто ее не откроешь. Не откроешь просто так эту хрень. Так, отлично. И это у нас... Ребятки, я понял, я понял. Это чай пуэр, ребят, да, вот такой вот он пришел. Супер, ребят, супер, осталось только дождаться, когда мне наконец-то подарят мой чайник, этот термос. Потому что мне обещали подарить термос на 19 число, там немножко осталось. Ну, такой пуэр чайчик, да. Очень пахнет вкусно, прям вообще офигенно. Осталось найти только мой пуэр, ребят, и, в общем-то, сейчас я, наверное, вернусь, когда его найду. Так вот, ребят, короче, эти арбизы были прям около моих ног, я их просто не заметил. А, теперь я нож унес, ладно. Короче, отдал только что маме эту сумку, ее со мной уже нет. И мама типа такая, да она же кривая. Ну да. За 6 рублей, ребят, это нормально, серьезно. Я подготовила специально воду, ребят. И сейчас буду засыпать арбизы в эту воду, ребят. Давайте будем смотреть, что это будет дальше. Это будет мутная Аня. Это там какой-то рядом. Так, ладно. Тут вон так покажи, наверное, повыше пошла, да? Ну тут, блин, флан, мне вклад не понимаю, стоишь. Так, и она еще убегает. Просто здесь флан, ребят. Короче, просто буду закидывать, типа, как это будет. Смотреть. Так. Ну куда ты едешь, чуларник? Так, закинем желтое сначала, да? Я, наверное, оставлю их до завтра расти. Хочу посмотреть, во что они превратятся, ребят. Пакетик. Пакетик не падает. Так, первая партия есть, ребят. Теперь закинем черные. Супер, супер, ребят, супер. Это очень халява вообще. Прям 6 рублей за одну пачку. Это, ну, хотя нет. Я думал, что будет больше, серьезно. И они какие-то такие прям резиновые, мне даже не кажется, что они будут расти. Ну ладно, это я все равно как бы все оставлю до завтра. И посмотрю, что из этого получится. Короче, там как-то вот так вот получилось. Ну ладно, ребят, в общем-то, такие вот дела, вот что-то вот там вот получилось. Все, наверное, завтра уже, когда эту открою эту банку с этой жижей непонятной и включу посмотреть, что там произойдет, то, конечно же, я это все сниму. Так, в общем-то, все, ждем завтра, ребят. В общем-то, вот, ребят, уже утро, и не спрашивайте, почему я в одежде, потому что мне надо опять же убегать. И смотрите, как за ночь наши выросли арбизы, ребят. Это жесть. Их там просто полное. Полное, полностью все забито.
Вот. Трешак. Давайте их сюда даже выльем. Это не арбиз. Ну вот, как-то так. Крутенько, крутенько. Очень приятная на ощупь, ребят. Реально прям приятная так. Ну, в общем-то, все, ребят, давайте лайкос, подписочка, чтобы у вас прям все было офигенно круто. И мне будет приятно. Также подписывайтесь на второй каналчик. Ссылочки все найдете в описании. С вами был я, Безумный Бодя. Всем удачи, ребят, и всем больше арбизов.